Всем привет, с вами Game Channel Alex, и мы начинаем новую карьеру, потому что карьера за Челси слетела, карьера за Валенсию из Испании. Да. Блин, ну просто косяков еще не было. Делаем новые группы. Так, выключаем первое трансферное окно. Так, все, выключаем. Загружаем новое обновление. Та-та-та-та! Новые составы. Новая карьера. А карьера, и ой-ой-ой, ладно, главный тренер Валенсии. Главный, господин главный тренер. Так, сейчас я состав выбираю. Так, сейчас мы выбираем состав, точнее я выбираю, он просто сидит рядом. Блин, бесит. Опа. Валенсия. В общем, вот, плевать, так, рандомно просто нафигарил. Так, смотрим, ну что тут в офису по стандарту, типа, да? Да, ага, хорошо, не трогай, пожалуйста, это сейчас джойстик отломаю нахрен. Так, все, ага, все, мы сейчас быстренько настроим состав, и все будет чики-пуки. В общем, такой вот у нас состав на этот сезон. Да. Пьяти и Фигули местами поменяли, потому что они... Ну, Пьяти и Левша, да, Пьяти и Левша, ему справа будет удобнее бить, и Фигули, потому что подачи тут бесполезны. Давайте Родриго Алькасера поменяем. 80. Ну что тут у нас? Пареха, Гомес, Мустафи, Атаменди, Гайя. На секунду. 20-80, это просто. Офигеть просто. Смотрите, мы поставили направо Везо, просто, ну, Жао Перейро, ну, немножко староват, ну, а Везо очень перспективный, 20 лет, 74 скилл, ну, разгон 70, в принципе, для правого защитника сойдет. Алвес, ну, мы посмотрим, как он будет играть, я знаю, он может супер затащить, а может супер закосячить, просто нереально. И бестовая там Энди в защите. Вот у нас замена наша сидит. Если что, конечно, да, понимаем. Перес, Негредо, мы ее будем ставить по мере того, как у нас будут играть наши центральные полузащитники. Пареха и Андре Гомеш. Да, если они будут хороши, мы их не будем менять. Но если что, то мы всегда можем поменять. Ну и тут банка молодняка. Ну да, тут молодежка, мы их всех в аренду сдадим. Ну и Канцело арендованный у Бенфики. И так же, как и Родриго, тоже арендованный у Бенфики. Родриго выкупить надо будет. Смотрите, у Родриго тоже хорошие характеристики очень. Да вы его по нашему УТ, наверное, знаете. Ну да, там он был в пару сериях. Ну что, давайте посмотрим. Амплуа, ну, капитаном пусть будет Пареха, я не против. Ближний штрафной. Да, у Пареха лучше всего. Вот тут в любом случае Родриго придется поставить, потому что тут под левую ногу. Он, да, не знаю, это опорник должен неважно. Пенальти 82. Альпасер, наверное. Давай посмотрим, кого пенальти. Ну, Родриго лучше пенальти. У него это зеленая полоска будет больше. Левый Фигули, правый Пьяти. Да, левый Фигули, правый Пьяти. Все. Шикарно, мы все сделали. Мы готовы. К старту сезона. Наши товарки, правда, главное. Ну или ставим до товарчик. Интер Милано. Да, давайте рассчитываем матч с Интер Милан. Милано. Милано. Это Шакири в основе. И 2-0 победа. Шакири в основе. Фигули за Кулини. Блин, Кулини что же арендованный, блин. Давайте посмотрим, кто у нас там арендованный, кто нет. Все наши. О, скилл уже качнули от Атаменди и Мустафи. Смотрите, я считаю, что неплохие скиллы. 82-25, 82-24, при том, что они качнули оба скилл. Да и Андре Гомеш тоже норм. А Гайя, наверное, вообще будет потом стоить по миллионы, блин. Блин, Негредо хочется потом выкупить. Негредо арендованный. Я думаю, у нас первая начередная задача будет выкупить Родриго. Ну и Негредо. А, это тоже арендованный. Парень. Рио Ави. 72 плюс 1, блин, его в аренду нельзя сдать. Зукулини тоже арендованный. Йоэль арендованный. Да, что ж, Йоэля купили, ну ладно. Что ж так? Канцело. Ну, Канцело я знаю, что он арендованный. О, Гуардадо. Виктор Руис, блин, такой... О, он ЦПшник, нихрена ж себе. Нормально, смотри. Блин, Виктор Руис, такой раньше я его постоянно покупал. Вот Виктор Руис. Раньше он бестом был, я вообще его обожал. Винисиус Араухо. Тоже нормальный парень. Этот вообще тоже ничего, смотри, такой. Ну, это так себе. Ну, вот этот нормальный, 74-21. Ладно, у нас Тоттенхэм. Тоже рассчитываем. Надеюсь, что травм не будет. И мы побеждаем 2-1. Гайя, Алькасар, у них Кристиан Эриксон. При том, что мы выиграли в гостях с первого раза. Молодец, Валенсия. Тиви. Ну и что тут, 73-22. Ну его как-нибудь в аренду купим. Я не знаю, мне просто хочется его пробовать. Мне кажется, он бестиара. Так, чисто на баночку. И Фиорентино, последняя товарка. Не, я понимаю, что он чисто пейс, но чисто на банку так. И хоть бы без травм. Родриго, Алькасар, Пьяти. Шикарненько. Блин, Алькасар вообще просто. Хорошо. А, ладно, не будем, все равно окно закрыто. У нас нет окна. Потом выставим все. Итак, мы стартуем с... Нил Моупай.
64-18. Нормально. Так. Я бы Рубана... Рубен Невеш, мне кажется, неплохой был бы. Я бы его опробовал. Да. Так, ну кто там хочет в основу сыграть? А ты Рубен Везо. Он так у нас в основе играет. Все, поехали. Севилья. Старт. Извиняюсь. Старт. Сезона. Так. Хорошие формы и поехали. Это будет каточка! Игра с Севильей, старт сезона, стадио Месталья. Первый тур Ла Лиги. Поехали. Ай, какая Месталья? Какой стадион у Севильи? Я понятия не имею. Ну ладно, не суть, важно. Опа, тихонечко, опа, тихонечко! Алвиш! Красавчик! Не закосячил. Опа, Алькасер! А как он кричит, у него три звезды? Накатывай назад, накатывай! Вот я! Ух ты! Так круто все сделали! Так классно играть с финтами! Да, да я тоже финтить буду. Подачка. Подачка! Ничего, все спокойненько. Давай! Ё-моё, как так-то? Алькасер стоит там, жопой трёт. Нет-нет! Опасно было, вынеси, вынеси. Я выношу. Они с первого касания не могут вынести. Нет, чувак, ты пас на забегание давал. Ты его не выносил. Нет, меня подрубил. Это бывает. Да чё, блин, Севилья в защите, как Барселона играет. И! И! Ну ударь ты! Ай, Кассер. Я открыл паки на 80 тысяч, у меня нихуя не выпало. Откровения. Шикарный перевод. Тихо. Опа, это читается. Вот тут я контролировал все. Я на воротах был. Не, вообще-то горело красненько, поэтому... Это ладно. Ну, давайте. Хорош. И... Давай, гол! Пако, Родриго! Да ё-моё! А, это Родриго, ему неудобно было левой бить, тут нижней стороной стату получилось. Он так шведой бил. Ну я и говорю, если бы был бы Пако, он бы забил. Конец тайма. Счет 0-0. У Севильи да. Моментов побольше. У нас был один момент, но мы его не реализовали. Вот, нету. Да, тут нам же так пройти, бей, бей! Да чё? Ё, это не в меня попал защитника. Я вообще не знал, что у меня мяч, там сутолока такая. Ты бегал рядом со мной, конечно, ты у меня мяч перехватил. Если бы ты не перехватил мяч, было бы все нормально. Нет! Ну это катка. Да Алыш, ты да, блин! Один ноль! Награда, выходи. Родриго пока блядь. Родриго. Пьяти, наставь Родриго направо отправляй. Нет, Родриго мне не понравился. Ну Де Паулю хочу попробовать. Все, погнали. Ничего-ничего, бывает такое тоже, да. Сейчас их... Ничего страшного. Сейчас Вилли трахавили будет. Тихо-тихо, 3-2! Бля, давай все, бежать. Я накрыл. Я тоже накрыл, да. Вот там я спасаю ворота, понял? Там компьютер на линии стоял. Я туда забежал, придурок. Давай, налево, 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 налево! Ну, пасик! Даю налево. Лучше бы не давал тебе пас. Лучше бы дальше. Я говорю налево, а ты направо дал. Гениально, да? Изи. Изи. Сейчас, а нормально будет. Я знал. Фигули! Ну зачем? Ну чувак, ну ты заколебался своими финтами уже, блять. Это мой третий финт за всю игру. Да, но только ты ни разу ничего полезного не сделал, только все просрал. Ну да, действительно, да. Два из них были полезные. Да, чувак, благодаря моим финтам я вышел 1-1. Благодаря твоим финтам, да, благодаря твоим финтам ты мяч просрал. Когда ты 1-1 благодаря финтам ты вышел, разочек. Родриго. Да, какие финты? Ложный замах. Не... Вот это финты. Ну это финты, между прочим, я тебе могу сказать. Ну, сука. Надо было опаснее, чем когда ты сделал. Это негрида. Да ёб твою налево! Поебись нахуй, блядь, полезно для команды играет. Еще мне, блядь, я сделал ложный замах, чувак, извини. Полезность твоя просто зашикаливает. Чувак, я сделал случайно это, а ты специально сделал свои финты. А скажи, ой, случайно стик крутанул, случайно финты вышли, ёб. Не в ту сторону стик просто крутанул. Да, конечно. Да, блядь, ну полезно, сука, бомбит просто. Бомбит. Да, блин, я хотел ложный замах, у меня там что-то не получается. О, видишь, как это Менди воздух выиграл. Там Негредо!
Блять. Блять, ну ёпта! А ты сам-то что проебал мяч, он ко мне отскочил. Чего я ничего не просрал? Не бей, не бей! Ну зачем ты бил? Это же Везу, блять. Красная. Не, желтая. Красная. Ну ё! Ну что за? Шкодран Мустафи. Да пофигу, ладно, одного защитника сыграем на нас. Перейра встанет направо, а Везу в центр и все. Займи, блядь, ты перехватил охуенно просто. Ну когда ты прыгал, ты видишь, я сзади тебя стою. Ну! Твою мать! На ворот встань, еду. Да ладно! Да сука! Вот пидор какой, а! Вот говно! Вот бомбит! О, да. Ладно, нормально. Ладно, это первый тур еще. 6-3-8-5. Ну, Малага. Малага! Это сейчас будет каточка. Каточка, просто каточка. Поехали, все. Даже форма не подходит. Не знаю, не нахожусь, пофигу, да. Я просто готов рвать. Поехали, все. Погнали, матч, Ла Лиги второй тур. Ой! Давай, давай, ну. Это Парех. Ну да, ну Антун уже достаточно быстро вроде бегает. Это лол просто, о май гад, фейспалм. Нет. Нет же. Фух, ну был опасный момент. Опа, опа! А, пенальти! Хорош. Молодец, Рэп. И в красную дай ему. Он меня там очень грубо срубил. Желтый. Желтый. Или нет, или вообще не дал. О, блин, лишь бы забить. Только косячил он спинал. Давай, чувак. А чего вести Родриго? Ну же, Родриго. Я просто не знаю, почему нравится его Родриго называть. Родриго! Поехали. Вот так. Просто 1-0. На Мистарье. Сколько болельщиков? Сколько болельщиков? Сколько глоров? Родриго, 1-0. С пенальти. Красавчик. Блять, не просто. Блять, сука, так у меня так баги ебучие, блять, в этой фифе бесит физитир. Ой, как проскочило! Ой! Блин, жалко, не забил. Надо было немножко потянуть время, может разыграть комбинацию, не знаю, тебя могли бы накрыть. Перерыв сразу же. 1-0 ведем, пока полное наше доминирование. 2-2-2-1, охренеть, доминирование вообще просто. Ой-ой-ой. Да что это, ложный замах, ёпта. Бля, он мне только что несколько минут назад... Тёк, это ложный замах был, я случайно нажал на удар. А у меня случайно стик круто. Да, конечно, жопайно, блин. Пасик, 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 пасик. Да не сюда же, пасик, там вон перед тобой играл открытый. Я простреливал. Чувак, надо, я говорю, когда подсказываю тебе в такой ситуации, ну слушай хоть иногда меня, потому что ты бежишь в поле, не видишь так, как я. Ой, извините, гуру фифы. Ну, когда я бегу, я тоже поле не очень хорошо вижу. Тихо, тихо. Сам. И. Забивать! 2-0! Ну тут все Пьяти сделал. Гол имени Пьяти. А забил Алькасар. Да, по-моему, тоже Алькасар. Просто на блюдечке выложил. Да, Алькасар. Ну, красиво я прошел. Видишь, на финте, вот, чувак, вот сейчас мой финт пригодился, а твои финты пока нет. Я еще и не финтил в этом матче. Ну, ты пытался финтить. Несколько раз. Блин, прям... Не надо было так выходить, чувак, ну ты не знаешь. Не ты чё? Ты не выходил? Я бежал защитником в ворота, зачем мне выходить? Да, что он тогда вышел так? Только что забили. Центр ворот. Без ты чё? Блин, мы не успеваем играть, пенальти. Нет. Да. Что? Чистый пиндос. Чисто в мяч было сыграно. Давай посмотрим повторчик. Давай, борода. Опять желтое. Антуныш. Виторино. Хорошее имя, Виторино. Викторина. Давай посмотрим. А. Вот это мяч. В колено ему ебанул. Блять, ну почему ты бьешь? Заебало это уже. Все, хочу ударить к тем-нибудь другим. Родриго. Хотя. Алькасару дай. Я посмотрю. А ладно, пусть Родриго бьет. И это гол. Гол! 3-1. Родриго! Дубль! С пенальти. Пиндубль, блин. Финал. Пидриго, блин. Слышали? Пенальти же тоже еще забили. Да. Пескальдани, блин. Оба раза вратарь не угадал. Первый раз он думал по центру, другой раз он думал, что я ударю вправо.
И это должен быть гол. Перес! 4-1! Первый гол нашего новичка. Танец вот. Стариджи исполняет МЦ Перес. Просто единственное празднование, которое я умею. Я как-то один раз долбал по всем клавишам подряд и сделал лунную походку. Энцо Перес. Вот так вот. 4-1. Валенсия сегодня просто раздавила Малагу. Все, конец матча, успех. Мы победили 4-1. Это Валенсия, девка. 7-6. Давайте посмотрим, что там. Два гола Родриго, Алькасер и Энцо Перес. Да, 6-9. И голевые, о. Голевая, Гомес, Пьятти и все. Нормально. Ну и два пенальти. Я предполагаю, что Пареха мы заменяем на Энцо Переса, потому что Гомеш играет неплохо, а Пареха все время проваливается. Что ж, вот и сыграли мы второй матч серии. Всем спасибо за просмотры. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал и подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте. Она тоже существует. Да, всем спасибо за просмотры. Пока.